Друзі, спеціальними гостями у першому ефірі Ліпсінг Батлу є гурт Віагра! Чекайте, я здогадаюся, чекайте. Це ж, напевно, Елєрт, Ткач, ага. Мішина. Ласточкін. Ласточкін, точно. Да? Да. Це ж пародія. Це ж пародія. Чи... Тот, который стоял в костюме, как ты. Перекликались. Вы сказали, если мы Улю потеряем, мы обязательно можем подобрать его. Слушайте, ну вы це справжня група Віагра. Дівчата, привіт, ми вас раді бачити. Дивіться, як ви значите, що це група Віагра? Кошта нам, дивіться. Віагра, Віагра. Прошу, отам внизу. Віагра. А ще як визначити, що це справжня група Віагра, це по тому, що потрібно, ну, бачите Дьомін, як стоїть. А їм так сказати, сорі. Дівчата, що ви тут робите? Чого ви прийшли? Можна морозились, нарядились і вирішили пройтись. Просто скучно. Ну, ви в дитинстві кого пародіювали? От, кого тільки не пародірувала. Я Сердючку часто, кстати. Я Уитні Х'юстон, наверное, любила очень, да, пародировать. Всех. Всех. Своих любимых персонажей из фильмов, из клипов, всегда. Ну, це вот улюбленный персонаж, це хто? Ну, это будет банально, но только что Токсик, мне кажется, все из нас пародировали. Бритни Спирс, да? Не, я Сердючка. А як? Ну давай, до кого краще вийде? Чекай, давай, Ксюх, ти Сердючка, оставайся. А ну, дівчата, а ну, хто краще дасть пародію Токсик? Давайте. Я не помню, как это было. Он точно у него получил. Мне нужно пересмотреть клип о своем. А вы знаете, как вы начала, да, все? Я только голосом помню. Добре, якщо ви б брали участь у Ліпсінг Батл, то ви би кого хотіли спародіювати? Я знаю кого. Мені не прийшлося б навіть гримірувати. Я без макіяжу вилитий вінник. А відповідаю, це ж по прическі. А так робиш? А я знаю. Подожди. Що це? Олег Вінник. Это его вообще-то знак. А ты знаешь его фирмовый цель? Вот так треба. Не, кстати, я знаю только вот это. А ты думаешь, что он так спевает, да, на сцене? Зори, прозори. Это же Виагра. Ты туда и сюда, и к Виннику, и к Виагре. Вы, девчата, кого бы спародировали, вот если бы вас запросили? Хотелось бы какой-нибудь серьезный мужской образ примерить. Например? Ну, если шутить дальше про то, на кого похоже, я могу быть похожа на Леонтьева, если что. О, да. Так. А на кого я могла бы быть похожей? Фрэнк Синатра, что это такое? Я вообще не знаю. Ну, кто бы мне подошел? Давайте вон сзаду Зебров, я дуже подходит. О, Зеброва! Зебров? Вот это у нас команда. Леонтьев и Винник. Прекрасно. Вообще шикарно. Девчата, что у вас, какие у вас події у группе відбуваються? Розкажите. Совсем скоро у нас будет новая песня, весной мы презентуем. Ну, все слушайте Рикошет, еще не наслушались. Скачивайте, лайкайте. Да, мы очень рады сегодня выступить и быть с вами, так что... Это очень приятно. В планах еще записать лайв какой-нибудь концерт. А в клипе нас Таню снимут? Ну, может, ну, мы же с тобой уже договорились. А Татьяна, это же с Константином. А Дима просто за 5 лет работает, поэтому... С Константином тобі треба домовитися, Оля Куляна сказала. А, з Константином. Женщин не ми приймаємо. Але Віра, то тобі видере все, що можна видерити. Так що давай, домовляйся. Ура, я буду знову вести один бекстейдж. Ура. Дівчатки, ми вам дякуємо. Спасибо. Ура. Как там? Не так. А, ні. Ой, дівчатки, ви ще не знаєте. Давай. Так, дівчатки, давайте.